чего начинается театр, ребята знают. Воспитанников школы-интерната сюда стараются привозить как можно чаще. Для тех, кто живет в закрытом учреждении, это едва ли не единственная возможность расширить кругозор. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. На рок-балете ребята впервые. Грустная история любви русского графа Рязанова и американской девушки Кончиты оказалась для воспитанников коррекционной школы слишком сложной. Сюжет они не поняли, но заряд положительных эмоций получили. Нам очень хорош, понравилось, очень хорошо. Музыка хорошая, танцуют хорошо. На предложение принять у себя участников акции «Дети верят в чудо» театр оперы и балета откликнулся легко. На спектакли часто приезжают воспитанники не только саратовских интернатов, но и ребятишки из отдаленных районов области. Мы считаем, что это самое дело очень важное на самом деле, полезное, и детей, и молодежь нужно привлекать в театр. Тем более в театр оперы и балета. Ведь жанр консервативный, жанр для детского восприятия трудный, и поэтому все возможности мы используем, чтобы дети лишний раз побывали на спектакле. Сегодня к нашей акции присоединился театр оперы и балета. Но почувствовать себя волшебником может каждый. Тех, чьи желания пока не исполнились, еще много. Их имена вы можете найти на сайте нашей программы телеобъектив.тв. Помогите детям поверить в чудо.